Творческий конкурс по его созданию продлен до 31 марта. Принять участие в нем может каждый желающий. Заявки необходимо направлять на указанный электронный адрес. Имена финалистов назовут 14 апреля. Победитель конкурса сможет стать участником форума. В прошлый раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 1985 году. Тогда его талисманом стала девочка Катюша. В этом году Международный подготовительный комитет уже утвердил эмблему и девиз фестиваля, принял проект дискуссионной программы и определил основные темы.